Очень часто в жизни хочется побыть в тишине, отдохнуть от суеты, насладиться прекрасным. У меня есть счастливая возможность практически каждый день бывать в музее Ижевского государственного университета и любоваться произведениями искусства, созданными руками студентов, преподавателей. И вот когда все это ты видишь, ты понимаешь, что есть талант, это, наверное, от Бога, а есть знания. Знания идут от людей, от учителей. И чтобы создать вот эту красоту, нужно учиться много, долго, упорно. Так и в жизни, чем бы ты ни занимался, наступает момент, когда ты понимаешь, что знаний не бывает много. Вернее, этот момент идет с тобой через всю жизнь. И образование через всю жизнь, этот лозунг, этот девиз, он на сегодня стал правилом жизни для практически всех современных руководителей. Программа «Лидеры технологического прогресса», которая реализуется в Сколково, дает возможность среди своих единомышленников, среди современных руководителей получать новые знания, которые, несомненно, приведут к результату. К результату положительному, к результату, который будет вести вперед возглавляемое мною образовательное учреждение, ну и даст мне новые силы и новый смысл в жизни. Я в этом уверен.